Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и перед нами комната по имени Олимта, которую мы сегодня с вами, надеюсь, пройдем в игре под названием Горн, ведь вы в комментариях мне объяснили маленькую тайну, маленький секрет, как можно это пройти, но об этом немножечко позже. И, друзья, если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, я буду вам очень благодарен, если вы поддержите меня лайком. Ну а я отправляюсь вперед в бой. Лишь с вашей поддержкой мы смогли забраться так далеко, но, к сожалению, вчера... Давай нажимайся! У меня были серьезные проблемы. Очень много серьезных проблем, и в честь этих проблем я возьму оружие посерьезнее! Серьезные проблемы требуют серьезного оружия. Меня просили использовать молот, и посмотрим, насколько он будет эффективен против боссов. Да-да-да, хватит болтать, выводи сюда всю эту шваль. Сегодня мы будем раскидывать ее влево, вправо, наверх. И, конечно, я буду отправлять головы прямиком к тебе, засранец голый. Зря ты собрал такую свиту из голов. Здесь должны были сидеть подписчики, но там головы. Мы прогоним их и посадим туда вас, друзья. Ну, вас, конечно, я бить не буду, разумеется. Так, первый босс. Сколько ему потребуется ударов с супермолотом, чтобы он отъехал в мир иной? Первый удар пошел. Ага, нифига, он блокирует его. Ну, по крайней мере, пытался это делать. Не вышло. Ты думаешь, ты получишься? У тебя получится блокировать. Ай-яй-яй-яй-яй. Хреновый... Ой, промахнулся. Хреновые из вас блокаторы. Вот что я думаю. Еще один. На помойку? Да, на помойку. Ты выйдешь сегодня или нет? Так, но только не барсуки. Оставь своих барсуков дома в следующий раз. А вот это плохо. Нужен малыш. Малыш, убить малыша. Минус малыш. Отлично. Барсука тоже выкинули куда-то во свояси. Ой, малыш, какого черта ты тут делаешь? Ха-ха-ха! Взорвать малыша. Вспомнилась серия из Саус Парка. Там тоже что-то было про малыша, и тоже с ним делали что-то страшное. Ты выжил? Ни хрена себе ты выдаешь. Забери своего барсука обратно. Не отправляйся вместе с ним куда-нибудь. Воу! Отлично, выкинули на помойку. Ха-ха-ха, на лету, отлично. Так, остается только краб, самый серьезный из врагов. Мега-гигант упал куда-то на шипы. И это, наверное, даже хорошо. Но вот с крабом, конечно, это оружие не сильно будет справляться. За счет того, что... Хотя одну клешню отбили. За счет мощных ударов, может, и получится что сделать. Пипец, я промахиваюсь. Да не подходи ко мне. Да отстань! Все, краб мне ничего больше не может сделать, я надеюсь. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Он может атаковать или нет? Надеюсь, что нет. Парочка ударов сверху, расколоть панцирь. Ой, а ты живой! Нифига себе, а что это из тебя торчит, меч или что? А ну иди сюда. Стой, малыш, иди сюда. Нифигашечки. Ты еще и дергаться пытаешься. Нет, больше не дергается. Отлично! Мы справились с задачей. Вот так выглядит каждый из моих врагов. Мы воткнули ему позвоночник в лицо. По-моему, отлично. Ну а дальше, друзья, нас ждет битва с головами. И тут потребуется немножечко другое оружие. Просто потому что требуется немножечко другое оружие. Мы должны отправлять головы прямиком вон туда, к нему. И тогда трон со временем обрушится. Первый пошел. Ага, что-то мне не получается их добросить. Офигеть. Я не успеваю замахнуться. Слишком много голов. Так, нужно стоять в другом месте, чтобы их туда эффективно отправлять. Не получается. Может, как-то снизу удары наносить? Пошел. Туда. Ну почему они не хотят лететь вперед? А-а-а. А-а-а! ППС! Да, я ни разу не попал туда, куда нужно было попасть. Попробую атаковать отсюда. Позиция вроде бы успешная. Отлично. Да, трон пошатнулся, друзья. В этом суть. Надо было сразу стоять здесь. Давай нападай на меня вот отсюда, чертова голова. Ты должна взорваться и взорвать своего короля. Ну хватит летать. А-а-а, еще головы. Еще враги, а мой меч у меня почему-то конфисковали. Давай, лети на меня.
Лети. Туда? Не попал, блин. Так, теперь нужно как-то умудряться и уворачиваться. Я свой шанс, можно сказать, просрал. Уворачиваться, кидать голову туды. Пошел вон, ты мне не нужен. А, ну все. Голова меня цапнула сзади. Такс, попробую взять молоток. И вот эту штуку. Не забирайте у меня ничего, пожалуйста. Все, я стою здесь и просто пуляю их туда. Таков мой план. Но если нападет кто-то сзади, это будут беда и проблема. Первая пошла. Вторая вроде бы должна была пойти. Вторая не долетела. Слабый удар. Вообще куда-то назад улетела. Такс, давай. Вот тебя отправлю туда. А чё сразу гладиаторы-то, алло? Так же нечестно. Почему с... А, гладиаторы выходят тогда, когда я рушу трон. Я понял. Пипец. Убить бы его. Стой. Ты мне подаришь жизнь. Отлично. Так, ну мы неплохо так трон поломали. Но этого мало. Голова. А-а-а, мимо. ХПшечка. Пошла в жопу. В этот раз я наловчился, должно получаться лучше. Я надеюсь на это. Головы нападайте на меня с той стороны. Попал? Ах. Не туда вообще, да? Отстаньте. Дайте головы позапускать, да алло. Сволочь. Чуть не убил меня. Давай. Ах. Куда они отлетают? Пожалуйста, не хочу умирать! Не хочу умирать! Меня опять убили, блин! Так, окей. Поехали. Довольно суровое испытание, честно говорю, очень суровое. Давай. Взрывайся! Хорош, еще. Нужны головы, больше голов. Лети. На вас вся надежда, головы. Никогда не думал, что такое скажу. Ах, не долетело. Пошел вон. Давай. Запарили. Подохните все. Не мешайся. Взорвалась, отлично, еще живой. Еще можно сопротивляться. Ну! Давай, малышка, лети ко мне, ты такая красивая голова. Бумс, отлично. Продолжается, битва продолжается. Главное внимание сейчас. Ай. Откуда? Откуда она прилетела, ёлки-палки? Ну, блин, так все начиналось хорошо. Ладно, возьму только один молот, буду атаковать им. С двумя не так удобно, как с одним. Поехали. Еще. Мало. Бумс! Давай. Может быть, это последнее? Можно не только к нему на балкон забрасывать. Yes! Можно не только на балкон забрасывать, можно еще и туда просто. Что ты стоишь, блин? Yes! Ура!
Это победа, друзья! И время рыбчины! Это, черт возьми, победа, ура! Неплохая такая рыбчина, кстати, раскачивает, будь здоров. Да, я много молчал, пытался просто выполнить миссию, и в принципе это удалось. Пытался всегда закидывать головы наверх, достаточно было бросать их в ворота. Ну, ладно, победителей не судят, друзья, с вашей помощью, поддержкой мы это сделали. Но давайте немного развлечемся в конце-то концов, не зря же мы проходили, блин, все это. Теперь можно сходить на арену и просто побаловаться, Альмита пройдена. Так, где я? Где я вообще нахожусь? Посмотрел, где я у себя в комнате нахожусь, теперь можно развернуться в игре. Ну и спускаемся вниз на кастомный левел, посмотрим, что нас там ждет. Там я еще никогда не был, блин, кажется, что я и сам падаю. Ёлки-палки, опасно-то как. Вестибулярочка подводит. Так, ну здесь различные пресеты, их можно настраивать, менять настройки, но мне это не нужно. God mod, hard to kill enemies, champion стандарт, flying mod, арена стандарт, королевская битва. Ну, я честно скажу, не знаю. Давайте пока просто посмотрим, что есть кастомные битвы. Если вы захотите каких-то конкретных настроек, пожалуйста, сообщите об этом в комментиках, и мы обязательно попробуем. Но сейчас я возьму... А что я возьму? А что бы я хотел взять? Ну, на самом деле я хочу когти. Ха-ха! Две пары когтей. Точнее, одна пара когтей и кастом мод. Отправляемся туда. И вот они, враги. Без оружия, без ничего, а мне на выбор дают абсолютно все. И у меня даже есть коготки. Фумс, ну давай. Я их даже прятать не буду. Блин, тут все оружие, смотрите-ка. Из обычного. Даже пушка есть. Меч, бейсбольная бита, топорик, томагавк. Вот эта хрень непонятная, лук. Мечи, блин, топоры. Все, классно, но... Даже мое любимое, а? Мое любимое жало. Которое не отравляет, оно просто протыкает и достает сердца. Это лучше, чем яд. Зачем отравлять, если можно просто достать сердце? В бой! Теперь мы немножечко повеселимся, расслабимся! Дружище, немножко красивых битв нам не помешает. Раз, двас, трис. Ну, это мое любимое занятие, дружище, ты должен был это понимать. Получите. Получите, блин, когти нереально крутые, просто против врагов начального уровня, которые вообще ничего из себя не представляют. Это прям вау. Жаль, они иногда липнут, и приходится отрывать конечности. Выпускаете сразу 10 человек. Почему по одному? Если можно выпускать сразу по 10. Вот это было бы здорово. Погнали дальше. Здорово! Я же засунул в тебя когти, дружище. И даже разрезал напополам, отлично. Сколько, интересно, у меня раундов получится продержаться здесь. Если действовать именно... Как бы, ну, на победу. Не на веселье, а именно на победу. Но и веселье никуда не денется. Такс. Дружище, ради веселья я сделаю так. Уж прости меня. Меч держишь в руках. Тебе меч не положен по званию. Тебе положено минус рука по званию. Минус это. И накажу тебя за то, что ты держал меч. Все. Лежи, отдыхай. Рука на месте? Ой. Ха-ха-ха-ха-ха. Че ты взорвался-то? Опа! О, да как у вас ноги-то стоят? Она не отрезается, черт! Похоже, нужно удар сильнее наносить, но я не хочу наносить им слишком много вреда. Я хочу их жалеть. Что я с тобой сделал? Поваляйся. Че? Кстати, если сюда наносишь удар... Когда даже человек в броне минимальный, даже если она на предплечье, все равно урон не наносится. Что очень странно. Оп! Оп! Насквозь его проткнул буквально. Не просто достал, а именно насквозь. А вот это нечестно, друг. А вот это нечестно. А! Нечестно!
Не, ну с обычным оружием, с такими врагами, конечно, но это слишком изично получается. И когти для отрубания конечностей подходят не идеально. Ими лучше вот так делать. Вонзать в тело и доставать сердца. Так гораздо больше толку, хотя не всегда понятно, что ты вообще достаешь. Я понял, как когтями нужно бить. Я пытался отрезать конечности вот этой частью внутренней, а оказывается, нужно отрезать боковой, тогда наносится больше урона. Так, а вот сбить шлем уже практически невозможно, ладно? Попробую рубануть руку. Да, получается, вот этой частью нужно бить. И... Вставай! Вставай! Блин, я не могу его поднять, у меня когти достаются вместо того, чтобы его поднять. Ладно, не буду тебя уже, друг, мучить. Просто рубану, да. Это часть. Это работает. И теперь можно атаковать в любую часть тела, и это будет срабатывать по логике вещей. Действительно. И никакая броня больше не защищает несчастных гладиаторов. Ага. Ага. Ладно. Эксперимент номер еще один. Хотел заблокировать красиво. Но не получилось. Зато получилось срезать тебе пол лица, друг. Как тебе это нравится, нет? Не окай. Походу, ему просто перерезал артерию какую-то сзади. Нифига дерзость. Как ты будешь дальше дерзить? Продолжаешь дерзить? Ну, продолжай. А ты что взял этот меч? Ты думаешь, что управишься с ним? Видишь, что я могу? Блокировать? Как тебе, а? Во. Нормалды. Следующее. Свободен. Что из тебя можно выжить? Голова мешает резать ноги. Он даже после смерти продолжает помогать своим товарищам. Как такое возможно? Как такое возможно? Текс. Походу меч сейчас... Ой, меч, шлем не уловил движение руки. Трекинг. И поэтому я не мог рубануть ему. Ты лук и этот взял, зачем? Ну ты думай головой в следующий раз, когда идешь на битву. Берет он, блин, луки. Что-то меч перестал резать. Мои когти, точнее. Да, конечно, не хватает, блин, реалистичного мода, чтобы и кровяшка была, и все на свете. Вот это было бы круто. Приходится орудовать, блин, с конфетами работать. Пипец, не заблокировал. Вроде должен был. Ну ладно, друзья, на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Здесь есть различные пресеты, год-мод, опять же, боссы и прочее. Пишите, что из этого стоит попробовать. Я бы с радостью попробовал. Ну а я надеюсь, вам ролик понравился. До новых встреч. Всем удачи и пока. Побеждайте! Чё-то мне пока не дали награду. Пока, друзья. Будьте счастливы.